Здравствуйте. Представляю вашему вниманию обзор спортивных событий. «Амкар» не находит себе места. Ситуация с полем на стадионе «Звезда» в Перми по-прежнему остается неясной. Клуб провел работу по приведению искусственного покрытия в порядок, но специальная комиссия его еще не оценила. Поэтому проведение ближайших домашних матчей пока под вопросом. Если сыграть в Перми футбольные чиновники не разрешат, то «Амкар» вновь будет искать варианты на чужбине. Как сообщил исполнительный директор Денис Маслов, команда может сыграть на стадионе «Локомотива» в Москве, а также провести матчи в Хабаровске или на любой другой арене, соответствующие требованиям РФПЛ. Напомню, ближайший поединок в календаре, где «Амкар» значится хозяином поля, намечен на 14 апреля. Соперником будет «Рубин». А 7 числа наши сыграют на выезде против СКА Хабаровска. Прикамские бадминтонисты успешно отыграли на всероссийском турнире в Казани. Соревновались юноши и девушки в нескольких возрастных группах из разных регионов страны. В копилке сборной нашего края 4 награды. Золото взяла Лейла Минадзе. Она также завоевала серебро в парных соревнованиях, где играла вместе с Ксенией Глущенко из Саратовской области. Второе место в своей категории заняла Алена Батманова. Ей, кроме того, удалось отличиться в парном турнире вместе с еще одной пермячкой Анной Дишко. Они взяли бронзу. В Ханты-Мансийске прошел чемпионат России по биатлону. Лучшим из прикамских стреляющих лыжников оказался Сергей Клячин. Впрочем, до призов он не дотянул. В индивидуальной гонке стал 10-м, в спринте 11-м, в гонке преследования 12-м и занял 5-е место в масс-старте. У меня на этом все. Ждем развития спортивных событий.